Всем добрейшего времени суток, с вами Хамель, Свет Небесной Жизни, да, читаю, путаю себя с названием ролика, словно сам хамелеоном уже стал, блин. Тупо занят делами, дел по горло, а писать ролик хочется, писать ролик, пишут картины, пишут ролики, снимают ролики. Что-то я вообще с ума схожу, слушайте, что за бред вообще несу? Ой, ладно, у меня сейчас небольшие дела будут, поэтому ролик будет коротким, быстрым, и я пока смотрю на свой странный код и смеюсь. Ладно, у нас предыдущая сборочка была такая, довольно-таки, на самом деле, оказывается, она неплоха. Я думал, будет хуже, но это в зависимости от того, повезет нам на, собственно говоря, с нестабильным развитием по количеству кубов на столе, повезет ли, ну, вот сейчас, допустим, вообще не повезло. Повезет ли нам с количеством точек, которые дропнется потом после пророста. Но, допустим, игрок со стабильным развитием, и мне будет чуть покомфортнее, если мне будет четверка-пятерка, потому что обычно 3 плюс 3 – это 5. Это если бы судить по математике кубов данной игры. Вот поэтому пока что меня все радует. Ну, имеется в виду, по сборкам-то радует, а вот то, что сейчас происходит на столе, не очень, на самом деле. Бомбочки мне в будущем помогут, но мне нужно, конечно же, чтобы мне выпала семерка, потому что у него четверка уже даже есть. Ну, имея в виду семерку, я имею в виду нестабильное развитие. Ладно, давайте я буду так его и называть. Просто называется азартный рост, а мне азартный рост говорить труднее, чем нестабильное развитие. Рили. Я не знаю, почему так. Опа, выпало одно. Даже, наверное, зря я объединил все сразу. Это прям нехорошо. Ладно, давайте просто забьем столик. Босс не сильно опасный. Босс просто пройдет, мы его загасим быстренько. Что у нас надо улучшать? Думаю, стрелы, потому как у нас их очень много. Поэтому я думаю, что это будет нашим главным преимуществом. Троечка дропнулась, но это не круто. Надо что-нибудь покруче. Он, слушайте, кстати говоря, убивает быстрее, чем я. Из-за вот этих самых кубов. Поэтому немножечко неприятно. Знаете, его сборку я бы себе не хотел, так как эти кубы, они у меня дамажить вообще не будут из-за отсутствия процентного прироста, из-за отсутствия, короче, из-за того, что их не использую каждый день. Поэтому я не буду получать такой урон и наносить такой урон, как они. Мне бы желательно сразу гасить их по полной всех. Наш же хамелеон берет лучшие из лучших, поэтому, конечно же, надо сразу самые классные вещи брать. Опа! Раз, два, три. Все, пошло, пошло, поехало. Ну да, я оговорился. Фигня поехала какая-то. Блин, убирать ведь ничего не хочется, потому что все очень хорошее, все наносит урон, все полезное. Мины больше в лейт-стадии, стрелы прямо сейчас это делают по всему флангу. А уже можно заменять волны, потому что будет дропнулась четверка, можно будет порадоваться в будущем. Стрелы обнимемся. Ох, вот, собственно, о чем я и говорил. Стрелы обнимемся сейчас, так как у нас их большее количество. Мины объединять я пока что не очень хочу, но, видимо, в будущем мне это сделать придется, если мне мины не дропнутся. Так, вот, урон по боссу мы наносим быстрее, это значит, все-таки у нас урона побольше будет. Видимо, благодаря критам. Да, у него около 100% крита. Поэтому я буду посильнее все-таки. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ладно, я пока... Пока давайте просто запаемся до фула, потому что здесь я больше не вижу смысла, как могу развиваться. Не, есть, конечно, вариант соединить вот эти стрелы, но я лучше просто их пока заточу. Потому что, скажем так, количество точек меня устраивает. Крит урон у меня 5к, у него же он косарь. Вот, поэтому я думаю, что он меня никак не перегонит.
И с моим критом. А напомню, кстати говоря, кто не знает вообще, для чего суть этого ролика. Я играю с самой обычной сборкой. Кто может, кто хочет, тот глянет самый первый ролик по Хамелеону, по путешествию Хамелеона. И сборка, которая меня побеждает, я беру ее. Дело в том, что я имею крит в 1188. Довольно-таки приличный крит, как для низших, скажем так, арен. То есть 1-5 арена. Вот, и поэтому чем дальше я иду, тем же круче будет все это дело. Потому что у меня большой крит. Мы тем самым, имея, скажем так, ну, представьте, что меня побеждает какая-то сборка, да? А у него там небольшой крит. И если он меня победил, значит он круче меня. А когда я буду играть за него, то у меня хорошо право на кубы. Вот, и так далее. И крит большой, поэтому урона буду я наносить еще больше. Вот, но это вплоть где-то до 8 арены. Дальше 8 игроки могут быть так же, как и я, сливальщиками арены, или просто не могут подняться, но иметь хорошие кубы. Но на самом деле, вот вплоть до 11 арены я вижу каких-то игроков, которые, ну вот с такими сборками, как это, то есть легендарок нет, по сути. Вот, кстати говоря, игрок не очень приятен для меня, потому что у него имеется бомбы. Но я так полагаю, что я буду посильнее из-за того, что у меня есть АОЕ урон по передней части, и по задней части у меня... А, да не, я побеждаю. У него нет урона по задней линии. А у меня он есть. Нормально. Быстро забили себе стол. Вообще налегке. Все-таки жертва иногда даже неплоха. Имеется в виду иногда про низшие рейтинги я говорю. Так, что у нас здесь? Опять стрелы лучшие, да? Давайте пока пообъединяемся. Хотя, погодите, я хочу убить этого босса или нет? Ну, не знаю. Давайте, допустим, я хочу его убить. Ох, нет, теперь я точно его хочу убить. Так. Для этого просто забьем столик и будем апаться. Даже не буду я на самом деле забивать стол. О! Вот это другой разговор. Ну давай же. Сможем или нет? Смогем. Давай. Нет, не смогем, жесть. Все-таки без железного куба и правда потруднее, но сейчас мне выпадут просто шикарные вещи. Говорю вещи, хотя имею в виду кубы. Шикарные кубы. Отлично. Единички можем пока попереобъединять. Наверное, скоро я за двойки возьмусь, потому что мне нужно будет побольше волн. А то у меня огромное количество сейчас бомб, которые мне, ну, не то чтобы не помогут и не нужны. Они нужны, но просто я рассчитывал на другой, скажем так, момент. Но он, конечно, не выдерживает, на самом деле, всего этого дела. Кстати, у него, возможно, даже бомбы слабее, чем у меня. Поэтому у меня будет микро-преимущество. Ладно, давайте на волну. Вот, волна выпала. Я на нее рассчитывал. Ну, заметьте, как проходят далеко мобы у него. Плюс, если посудить по этим точкам, у него их больше. Поэтому меня все устраивает. Все, я думаю, нет смысла забивать стол, хотя на самом деле бомбочки можно объединить, но я лучше прапаюсь. Блин, 15 бомб, хотя это мины, да? Да, мины, блин, сорян. 15 мин, 15 точек на минах. Это круто. Еще больше урона от мин. Что, выдержит он, нет? Выдержит, нет? Ай, ёлы-палы, время просто затянется, ладно. Но это все равно легкая победа. Не считая, что он мне должен выносить. Да, это представьте, как он сейчас тут получал урон. Как он дальше будет получать урон, что там мины все дальше и дальше ведь раскидываются. Жесть. Все, проигрывать нет? Да, проиграл. Не хватило ему урона. Ну и хорошо.
Так, я уже с Блока Битва. Третья вроде бы или вторая. Третья. Сейчас глянем. Все-таки записывать проще, чем просматривать каждый раз, поэтому буду записывать. 1-2, вторая битва. 1-2. И третий бой. Третий бой. Че по времени? Время, блин, батареи мало. Ой-о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 й
Поток плюс телепорт плюс Близзард. Я хочу эту сборку. Ну, а, нет, не, не хочу. У него нету Джокера и Роста. Просто у меня есть была идея по агрессивному этому телепорту. Ну, по типу он бросает... Короче, как объяснить? Копит очень много мобов, и на второй-третьей волне, вообще даже на второй, в конце второй, или на боссе второй, если босс хороший, или на боссе первый. Ну, короче, собирает огромное количество мобов, и... Блин, если выпадет сейчас босс, который мне будет неприятен... Давайте, наверное, не будем им много кубов ставить. Сразу будем апаться. Я просто переживаю за то, что он выпустит каких-нибудь боссов, не самых таких приятных для меня. Поэтому лучше сразу возьмусь за ап. Правда, стрелы летят. Вроде бы куда надо, а вроде бы и нет. И я не уверен просто. Угу. А, я понял, он не хочет. Короче, я понял, он возьмет телепорт, использует, потом использует уже босса. Или он... А что, босса использовал только что, или мне показалось? Ну, окей. Типа, ладно. Так, все нормально. Я думал, просто он босса будет хранить. Типа, я тупанул, видимо. Я подумал, что это одна точка у него. Одна точка, это оказалось две точки. Из этого я ошибся. Сколько там крита вылетело? Кстати, мне интересно, мины вообще критовать могут или нет? Просто ради любопытства. Так, что у него еще дамажит? Блин, ну все кубы, кроме потока, дамажит. Я и заблочил то, что надо. Тут теоретически он даже имеет шанс дойти, если критов мало будет. Ой, да, класс, проросло. Да, он дойдет. Он доходит. Просто все заблочили, что нужно. Если он, кстати говоря, не выпускает сейчас телепорт, то, боюсь, он уже вообще никак не выиграет. Поэтому я сейчас буду кап качать. Стрелы, да. Стрелы, потому что нет смысла качать мины, их мало. Нет смысла качать даже волны, потому что они пока что прорастут сами еще. Имеет смысл качать стрелы. Потому что их просто огромное количество. И плюс шестерочка здесь дропнулась, это прям шикарно. Странно. Он, кстати говоря, не качает. А, точно. Мы же играем на этих. Нет, все равно не понимаю. Даже я качаю кубы. А у него они не прокачаны. При этом у него забит почти 100. А, у него нету... Ладно, все, забейте. Я понял, он никакое развитие даже не взял. Босс красавчик сменил меня прям. Ух. Все так, как нужно. Все шикарно. Ой-ой-ой-ой. Мины. Ну что, давай посмеемся над тобой, братишка. Над твоей беспомощностью. Плюс поток он... Даже он даже поток не прокачал, прикиньте. И думал, что победит. Типа, не, ну реально, прокачай поток, прокачай нормально телепорт, и все. Здесь не. Я за такую деку даже играть не собираюсь. Не то, что не собираюсь. Если бы я и проиграл, да, я был бы вынужден сыграть. Ну, блин. Игрок сыграл просто отстойно. Вернее, ну блин, будь у него обычный рост и Джокер. Эх, был бы другой разговор. А так. Да, соперник красавчик сдался, когда понял, что силы не равны. Так, это сейчас будет четвертая битва. Ну слушайте, сборку мы эту используем. Мало,
Но она меня устраивает. Я думал, она будет слабее. Но она и правда сильнее, чем предыдущая моя сборка. Ну, потому что, как минимум, та же самая ядерка, да? Куда мне ее девать? Я же ее просто объединяю без дела. Поэтому, наверное, и проигрываю. Вот. Ну, там и Джокера не было, так что... Фиг поймешь, что будет. Так, противник... Ой-ой-ой-ой-ой. Здесь, конечно, на самом деле, шансов победить меня очень мало у него. Потому что нету тех же стрел, у него есть ром по передней и средней линии, это луч. Но... Все, у него тупо ром по передней линии. У меня есть стрелы, поэтому я наношу больше урона. Давайте глянем его крит, чтобы оценить нашего противника чудесного. Блин, не уследил из-за луча, он сбил меня. Так, ну около 200% крит, если я правильно понял. Это если от сотки вылетел, то 200% крит. Да, короче, 200% крита у игрока. Смею предположить, что да, 200. Все, ладно, окей. Тут на самом деле сейчас будет вопрос, кому повезет с нестабильным развитием, то бишь с азартным ростом, кому нет. И еще сколько точек дропнет. Пока я не готов даже босса убить. Да я даже убить босса не смогу, потому что мне просто не хватает того, что мне надо. Адекватного урона, адекватных кубов. Ой, жесть какая-то выпала. Куда мне тебя девать, а? Никуда. Не денешься, влюбишься и женишься. Чудесные просто выпадают кубы. Я даже не буду сейчас объединять ничего, потому что я понимаю, что нет смысла. Я просто апнусь хоть чуть-чуть, чтобы просто не умереть. Потому что если мне еще, не дай бог, выглядит семерка, нестабильное развитие, я ж... О, вот это мне нравится. Это очень хорошо. О, класс. Раз, два. То, что надо. То, что доктор прописал. О, нет, блин, следующий босс меня уже не очень радует. Так, пока подождем, наверное, и мины опять пропаем. Даже я, честно, сам не знаю, мне стоит апаться вначале или пытаться на точке налегать. Такой вопрос, конечно. Ладно, давайте пока все-таки апается будем, потому что я... Ой-ой-ой-ой, мины. А если бы она была... Что происходит? Что за чудеса мне дропаются? Ладно. Короче, качнем все-таки мины вначале. Потому что целая семерка выпала, это нельзя недооценивать. Даже давайте до конца апнем, потому что все-таки, если мины будут прокачаны, то у нас будет, скажем так, мини-подстраховка на эндшпиль какой-нибудь. С хорошим сходом для нас в конце. Почему я сейчас не буду апать волны? Да потому что они будут занерфлены, когда будет ререйс, или как называется. В общем, перестановка от короля. Вот. Поэтому я их апнул только в конце. Ну почему здесь, братишка, плачь, не плачь? У тебя плохая сборка. На что ты вообще рассчитывал? Что противники будут сдаваться? Нет, нифига. Надеюсь, семерка жертва не выпадет. Спасибо. И на этом спасибо. Я бы даже за то, что была бы замена, но у меня очень много семерок и единичек, ну, нестабильного развития единичек. Поэтому я пока что готов к сменам. Троечка, ну, что сказать, неплохо, потому что победа все равно есть. Урон от мин он даже не качнул, кажется. А, нет, качнул до четверки, но, видимо, урон... Видимо, уровень мин сам слабый. Только получил мины, поэтому слабо. Так, так, ждем. Ой-ой-ой-ой, что за чудеса? Так, ну я, наверное, закончил. Мне, в принципе, апать больше нечего, да. Все, просто точимся теперь до конца, и на этом все, потому что мне пока даже нечего объединить. Заточим семерочку нестабильного развития, чтобы... Изи. Так, это у нас была четвертая битва. Давайте рубаем пятую.
Так, пятое, пятое, пятое. И что у нас будет? Ну, я так полагаю, что времени у меня еще много. Вот вопрос. Ну, давайте, может быть... Да, как раз, слушайте, пропаем рейтинг. До пятого класса я смогу покупать более ценные кубы. Так, да, все, это сборка. Смогу покупать более ценные кубы. И расслаблюсь пока что. Так что... Расслабон, расслабон. Пам-пам-пам-пам, Спайдермен. Так. Чудесные кубы в самом же начале падают. У него есть ускорение атаки, железный куб и берс. Это очень хорошие кубы, но против меня, я вот сам не знаю, если честно. У меня железного куба нет. Шансы слиться на самом деле большие. Тут зависит только от того, сколько точек у нас будет. Так что сейчас вопрос... Будет ли мне выпадать большое количество точек? Если да, мне повезло, если нет. То повезло ему. Тройка, тройка, уже неплохо. Начало хорошее. Если ему, правда, сейчас семерка выпадет, железный куб, я просто вайпнусь из этой игры. Шучу. Ну, нас за берсерка пол... Ой-ой-ой-ой, ему выпала четверка и тройка. Ну и да, ему пока повезло побольше. У него будет все-таки побольше точек. Так, что мне делать вообще? Какой у него крит, давайте оценим. 100, там 300 выпало или сколько? Я даже не вижу крит из-за того, что он так быстро убивает мобов. Давайте мы пока объединим все, что можно. Но я не нахожу, я же этих самых кубов, которые мне нужны. Плюс первый босс, наверное, даже будет моим преимуществом. Пока улучшим все-таки мины, чтобы они раскидывали более сильные мины для лейтгейма нашего. И посмотрим, что по итогу выйдет. Так, очень немало семерок. Плюс есть мина третья. Вот эта троечка меня не сильно радует, которая у нас поменялась на нестабилку. Так. Ну чё, мины я эти оставлю. Здесь все оставляем. Единственное, варик, да, пропать, конечно, сейчас данный куб, чтобы мы могли хоть что-то делать. А то у нас вообще нет урона. Мины 13 точек, это просто жесть. Опа, отлично, выпала еще одна пятерочка, шестерочка. Так, слушайте, мне очень нравится. Ой-ой-ой-ой-ой, слушайте. Я там говорил что-то про точки, да? Так я скажу, мне повезло на самом деле. Да, у него железный куб, третий железный куб рядом с данным кубом. Но ускорение скорости атаки, это значит у него примерно 8%. 9, ну давайте засчитаем как 8%, это без апдейтов. 8% 5, 40% к скорости атаки. Плюс еще это получается 48% атаки у него к железному кубу ускорение идет. Но у меня имеется кое-что покруче. У меня есть, имеется мины, которые просто не пропустят теперь уже никого. Ёлы-палы, у меня просто 16 точек мин. Это жесть. Ну да, здесь, конечно. Я сомневаюсь, что он выиграет, да. Очень. Я, кстати, да, криты до сих пор не оценил у него. Ой. Кстати, он поступает немножко глупо. Смотрите, у него имеется здесь зачем-то два... две ускорялки рядом с одним... рядом с одним железным кубом. Ой-ой-ой-ой-ой, я теперь точно не проиграю, ёлы-палы. Рядом с одним железным кубом, когда, как по мне, лучше было бы их объединить, получив что-то адекватное. Дело в том, что я понимаю, что он пытается ускорить данный куб, но железный куб у него куда больше урона наносит, а вот эти два желтых куба, они толком ничего не дают ему. Которые находятся рядом с одним железным. Вот, да, молодец, красавчик, правильно сделал. Ему повезло на железный куб в том же месте, ёлы-палы, красава. Ну, я здесь побеждаю в любом случае уже. Я, конечно, могу объединяться сейчас, но я считаю, что такой слой мин тупо никто не преодолеет. Поэтому
Я скажу как есть, меня устраивает все. Еще и криты в 3000, которые летят в 5000, в 21000. Что? Откуда у меня 21 тысяча крита? 21 тысяча крита. Откуда? Подскажите мне кто-нибудь, пожалуйста. Если это, конечно, из-за... Опа, вот он. Классап. Звук классапа. Если это было, конечно, из-за волны, которая была в самом конце, в самом дальнем углу, то я довольно-таки рад. То это круто. Но если нет, то жаль. Ладно. В принципе, спасибо за просмотр. Данная сборка показывает себя до сих пор очень неплохо на протяжении данной пяти лет... пяти боевки. Вот. И я полагаю, что... все довольно-таки неплохо у этой сборки. Ну что ж, всем пока, всем добра.